В администрации Краснокамского района состоялся очередной прием граждан по вопросам мер социальной поддержки населения. Подобные выездные приемы проходят планово по графику по городам и районам, которые присоединены к филиалу Республиканского центра социальной поддержки населения по городу Нефтекамску. Люди обращаются со своими вопросами, проблемами. Мы их решаем или на месте, или по мере поступления данного вопроса. Или я записываю, или смотрю по компьютеру. Ну, решаем на ходу. Если он решаемый, прямо решаем на месте эти вопросы. Подсказываем, куда обратиться с этим или данным вопросом, потому что не все знают, куда обратиться. Поэтому вот данный мой приезд по этому вопросу. С этими вопросами связаны. Специалист центра на месте подключается к своей базе и может сразу увидеть все льготы и меры господдержки, которыми может воспользоваться обратившийся. Также даются подробные разъяснения, какие для этого необходимо собрать документы и как написать заявление. В ходе выездного приема граждан люди интересовались льготами для ветеранов боевых действий, работой института третьего возраста, программой социального туризма, возможностью переводов ежемесячных денежных выплат с банковской карты на почту и так далее. Ряд вопросов удалось решить на месте, по другим жители получили подробные консультации.